с Ксенией нашли супер куртки. Сейчас покажем. Покрутить. Поски щилинг. Мы по Плантажен нашли ананасики. 150 крон. И вот такой цветок я большой хочу. Большой-большой заказала мужу на 8 марта. Или вообще, посмотрим. Купит мне или нет. Поменьше, конечно, но мне почему-то хочется больших. На Ксению. И такие у меня дома куча уже. Вот уже все к Пасхе, даже нарядили здесь. Ну, я что-то не поняла, почему здесь тоже почти ничего не поливают. Вот эти полили. Многие уже завяли. Вот эти красивые, мне нравятся такие яркие. Такие. Оранжевенькие. Красиво сделали. $20 на вот это большое. И на эти скидки у нас $10. Любой. Вот такой желтый, красивый. Если может, я его сейчас выберу. Вот этот тоже красивый. Еще держу маленький в руке. Не знаю, брать его, не брать. Листик уж очень хороший тут. И вообще хотела вот этот. Не знаю, что делать. Может, даже этот куплю. Этот тоже красивый. Ну, тут куча, конечно. Рай. Орхидей и не только. Сегодня 8 марта, и всех я поздравляю с 8 марта, или скорее уже с прошедшим. Всем любви, тепла, хорошего настроения, солнечного, весеннего, чтобы у вас все было хорошо, много подарков, парфюмов и цветов. И я вам хочу сегодня показать мои цветы. У меня, в общем, вся, весь дом уже в цветах, и это не только подарок мужа, и это мы с дочкой вчера сделали себе подарки, цветы. И мне подарила подруга цветок и, конечно же, от мужа. Так, вот такая орхидея. Как вы знаете, теперь у меня новый гон по цветам, и особенно по орхидеям купил я вот такую. Ну, в принципе, это тоже подарок от мужа, так как оплачивал он. Вот такая красивая. И вот у нее 3 ствола и много бутонов. Это вот такой ликер у нас будет на 8 марта, который мы привезли из Германии. Мы уже с подругой попробовали. И она мне подарила еще вот такие конфеты. Классно. Тут у меня еще от одной орхидеи отвалился цветочек. Вот я поставила его сюда. Это свечка. Вот. Сейчас я вам покажу еще одну орхидею. Это как бы Пасха, 8 марта орхидея. Вот такая очень красивая расцветка, желтая с, да, там и розовая, и ну, такой цвет, даже не знаю, как малиновый, наверное. Очень красивая такая расцветка, освежает кухню. Вот эту красавицу я вам уже показывала. Стоит, цветет, и ей, по-моему, даже очень нравится. Уже листики окрепли, она как-то была такая повядшая, теперь прям такая тверденькая стала, хорошая. И вот эта орхидея еще вам хочу показать, она прям такая, как розочка, вот, много листочков на ней, окраска интересная, хотя она вот маленькая совсем, вот. Это мне муж подарил, когда 7 марта мы ходили с ним в поход, и у нас есть такой... Там проходишь сколько-то километров, и есть у нас магазин, так как холодно, мы идем туда погреться, цветочный магазин, там можно попить кофе, чай. И вот он мне подарил такой цветок, очень красивый. Тоже тут 2 стволика, будет меня радовать теперь, надеюсь, вот такая красота. И это еще не все, вот еще моя орхидея, которая... Тоже нас радует. Я ее поставила на окно уже в квартире. В доме нету, в общем, места. Тоже такая интересная, красивая, с большими-большими цветами. Такая розовая, в пятнышко.
красивая. Не знаю, как отсвечивает, но очень красиво. Да, и вот наш кот пришел. Да? Домой хочешь? Сейчас пущу. Да, еще у меня до сих пор стоит звезда с Рождества. Ну, вот тоже нас радует. Так, ну пусть орхидея теперь тут стоит, такая красивая. Снежный кот. Вот еще один цветочек стоит, меня радует. Вот горшок я никак не принесу еще. Тоже вот была подруга, она мне подарила это все вчера, заезжала. Вот, и у меня когда-то такое было, я очень рада, что теперь ко мне такой же и вернулся, будет нас радовать здесь. Я его люблю, он у меня так всегда хорошо живет и цветет. Так что у меня дома прям весна, хотя и на улице снег. Да, и вот такая орхидея, тоже необычная, и вот пока я ее довезла домой, она вот так вот листики, к сожалению, опустила. Такая очень интересная тоже раскраска. Вот, но надеюсь, что будет все нормально. Прям похоже очень на бабочку. Поэтому я ее взяла. Ну, жалко, конечно, что вам прям цветок так не показать. Хотя вот здесь уже новые бутончики скоро распустятся. Сейчас попробую листик. Ну, иди сюда. Вот такая красивая бабочка. Вот. Пока я ее поставила так, не буду трогать, пока она цветет. И да, чтобы радовала нас подольше. Еще одни конфеты от подруги. Это муж у меня любит такие очень сильно. Шоколадки. Вот это норвежская шоколадная фабрика. Вот у меня муж покупает их всегда к Рождеству. И вот это был подарок от мужа. Выбрал он мне горшок. Вот такой. И я ему заказывала такие огромные, но он сказал, что там были коричневые листья. Не знаю, наврал, не знаю, правда. Вот, и купил он мне такой вот средненький размерчик. Так что красивые. Все равно люблю. Они всегда тоже цветут. У нас раньше были такие и жили очень долго, пока мы не переехали. Так что эти цветы тоже ко мне не вернулись, и я им очень рада. И я начинаю потихоньку украшать все к Пасхе. Почему-то хочется такого весеннего настроения. Купила я ванили такие, как типа шарики. И вот такая стеклянная подвеска. Тут можно, в принципе, что угодно. Тут вот к Пасхе тоже такой, такая птичка с яичком. Вот, но это можно и цветок сюда, и все что угодно, поэтому это так продавалось, но... Так что вот такая красота, там у меня стирает стиральная машинка. Здесь цветы, и украсила вот такое яблоко, я вам показывала. Подсвечник, это тоже мне подарила подруга, я уже попробовала, это от Корис. Бодилошн для тела и крем для рук, очень классный. Запах прям как парфюма, я уже помазала, и вот скоро буду делать себе гелевые ногти. Ногти у меня чуть отдохнули, и продолжим. Посмотрим, какой цвет я выберу. Ногти в хорошем состоянии, хотя вот 4 года уже гель-лак делаю, и все нормально. Так что со всеми буду прощаться. Такой маленький влог. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставим лайк. Вот. И всем до новых встреч. Всем хорошего настроения.